Друзья, всем привет! В этом видосе посмотрим на реакцию эпиков на соло роамера и на то, как работает тактика 1-2-1 на эпиках. Все, кто был на мифе, которых скинуло на эпик, уже давно ушли. Так, играю здесь в рейтинг, и на эпике остались уже, судя по всему, коренные эпики. Смотрите, что получится, бой интересный будет. Сейчас я здесь прослушиваю кусты, точнее синий баф, и слышу, что Гасен уже его бьет. Первым навыком прокачиваю катапульту, чтобы можно было синий баф откидывать в сторону, если что. И уже здесь начинаю мешать Гасену синий баф забирать. То есть я подошел, выкинул Гасена, он отошел. Я отошел, вижу, он опять бить начинает, и я опять подхожу, вот отхожу, делаю вид, типа все нормально, слежу за ним, главное, тот опять начинает бить уже третий раз, обратите внимание, я опять сюда же. Ну тут Кагура, конечно, мешается под ногами, ее так слегонца закинул, вот скин звездный новый, выглядит похож, такой прикольненький на Кагуру. Зонтик симпатичный. Так, ну все, здесь Гасен уже немножко расстроился, пишет сносите. Самое, что интересно, вот именно вот в этом занятии, когда я дуркую, у меня маска. То есть, в принципе, я в любом случае по фарму буду идти на последних местах. А Гасен, из-за того, что я ему мешаю играть, он за это тоже отстает. В конце боя, обратите внимание, то есть по фарму я ничего не делал, получая по фарму, там, у меня будет там 2,5, и Гасен за свою игру тоже ужасную, то, что ничего не смог сделать, тоже получит, вообще тоже ничего, отыграет на шоколадку. Основная моя задача здесь, всячески мешать вражескому леснику расфармливаться спокойно, без проблем, да, доставлять ему всякое разное неудобство. Ну и смотреть карту, чтобы с нашими друзьями по команде был полный порядок. То есть смотрим на верхней линии Бардс, в принципе, с Уранусом на равных, там его немножко гангают, но в принципе справляется. Так, помогая здесь Гасену, опять мешая, подошла Кагура с мида, но толку от нее не очень много. Так, Гасена, смотрите, все еще второй уровень, у меня уже третий. На низу смотрим Ханзо с Грейнджером, все нормально. То есть, в принципе, вот так и играем. То есть, обратите внимание, то есть я занимаюсь не фармом, а именно вот страданием, ерундой, можно это так назвать. Поглядел на более высоких рангах вчера трансляции. То есть, в принципе, играется так же. То есть, тактика не 1-3-1, а вот именно берут Кусаку и начинают передвигаться по карте, всячески выискивая различные моменты, чтобы реализовать как-то Кусаку именно. То есть, кого-нибудь выкинуть, подкинуть, переместить, забрать баф, там убрать кого-нибудь, с ракет надамажить, инициировать какое-нибудь сражение, спасти кого-нибудь нашего врага, добить кого-нибудь. Ну так, то есть, в общем, посмотрите так, посмотрите, как играют топы в прямых трансляциях, именно вот за Кусаку. Интересно, примерно то же самое и происходит. То есть, по строю, относительно строя, расстановка героев по карте, стоят по бокам соло, в миду играют двое, то есть маг, то есть в миду играет один, ну и вот Кусака, то есть второй. Как вообще по трем линиям стоят три соло чела, один с нашей стороны идет в лес, четвертый и пятый, вот он я, Кусака, ходит, занимается ерундой по карте. Самое главное смотреть за картой, помогать нашим там, где требуется помощь, и мешать всячески вражеским героям фармить. То есть ганг какой-нибудь там может стрелка поджать, может леснику помочь, вот как я в начале боя помогал. Как это происходит все, как на стадии пика все это происходит. Изначально в начале боя, ну там в стадии банов, там всех забанили, значит все нормально. Давай пикать героев, наши как обычно напикали магов, убийц, стрелков, бойцов, все места заняли обычно. Как обычно, опять танк нужен, то есть мне как бы роль танка, да, такие назначают уже. Я, ну ладно, пикаю Кусаку, давайте, друзья, типа, Греночка, что, соло постоишь тут? Да, без проблем, типа, постою соло. Я, ну все, окей, друзья, давайте будем играть тактика 1-2-1. Буду роумить. Все, отлично, и все, с самого начала иду
уже не со стрелком, стрелок идет соло на лайн. С самого начала покупаю маску, прокачиваю второй навык в первую очередь и иду играть через мид. Забирают, ну, обычно забираю, помогаю пачку. Но тут на миду никого не было изначально. И сразу, прослушав кусты, понял, что Гасцен бьет синий баф, пошел ему мешать забирать синий баф. Ну и вот так вот началась игра. Как все это происходит? Вот смотрите, то есть на эпиках, если будет такая возможность вот так поиграть, обязательно попробуйте. То есть три соло-лайнера, лесник и с ними кусака. Роумер. Очень интересно, да, не то чтобы интересно, весело, весело играть. Прикольно. Так, друзья, по донату тема, что-то там непонятные какие-то вопросы в комментариях, что-то от тем донатишь, другим не донатишь. В общем, давайте, знаете, как решим с этим видео. Напишите в комментариях, сколько раз Гасцен написал в чат на сети. Ну и через некоторое время, там, когда наберутся комментарии, то есть я всем желающим включу рандомайзер и через этот рандомайзер прогоню, значит, комментарии. Один случайный подписчик получит донат. То есть вот как-то так, чтобы не было каких-то обижулик. Не знаю, комментарии пишите пожирнее, не стесняйтесь. Вот эти ваши два слова, то есть они ни туда, ни сюда. То есть они особо и на продвижение видео не повлияют. Да и в них информации никакой не содержится. Вся информация, что в них содержится, я ни разу не донатил. То есть надо что-то как-то посерьезнее к этому относиться, друзья. То есть донат не тоже не с пустого места берется. Ваши жирные комментарии влияют на продвижение видео в топ. Это напрямую влияет на донат, который откуда берется. То есть надо так, физическое отступление. Вот так вот, вот так вот, друзья, такая тактика. Интересная игра. Пробуйте, обязательно. Все у вас получится. Играю через ББ на кусаку, если интересно.